Друзья, всем большой привет из парка Львов Тайган. И в этом ролике полюбуемся на больших кошек Тайгана. Вот три тигра, которые прибыли из новых территорий в парк Львов Тайган. Помните те злючки, дикари? Но сейчас они уже совсем не злючки и не дикари, а вполне себе такие очень обаятельные, привлекательные ребята. Один, к сожалению, на днях повредил себе глазик веткой, но благо, что сразу вовремя среагировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Будем надеяться, что с глазом все будет нормально и эта травма обойдется без последствий. Что ж, друзья, эти милахи уже хорошо в парке Львов Тайган освоились, и мы видим, что реагируют спокойно на посетителей. Если раньше они шипели буквально как кошки, только большие, то сейчас спокойно лежат. Ну и тем более пришла в гости к ним Елена Желябова, которую они прекрасно знают и уважают. Вот красавчик какой, а какие они стали огромные, слушайте. Приезжали еще такими котятами, можно сказать, с толстенькими лапками. А сейчас уже превратились в таких больших, мощных, юных тигров. Вот так вот, друзья, что значит хорошее питание, чистый воздух и, главное, доброе отношение. Здесь животные не запуганы. Они чувствуют себя хорошо и комфортно. Вон какое пузико, друзья. Встал и пошел в перевалку. Потому что мясо вдоволь наелся. И сейчас организм все ресурсы, всю энергию направил на то, чтобы это все мясо переварить. Вот так вот, друзья. Красавчики, конечно. Любо-дорого посмотреть на этих замечательных больших котиков. Что ж, друзья, вот смотрите, тут такой уголок в парке Львов Тайган, где эти тигры обосновались. Здесь у них, посмотрите, словно в таком лесу. Зелень, тенек, и тигры нормально себя чувствуют, потому что если бы вольер был голый, то, понятное дело, они не чувствовали бы себя в такой защищенности, потому что зверь, хоть он и живет в неволе, но все равно он должен чувствовать защиту. И вот наличие деревьев, укрытия дает такое осознание этой защищенности. Что ж, друзья, огромное спасибо за видео Елене Желябовой. Всем мира и добра. Пока-пока.